зале 22.02. Доброе утро. Раннее короткое выступление для вас. Конечно же, сегодня это специальное выступление было посвящено композитору Филиппу Глазу. У него сегодня день рождения, у него юбилей, и мы этим самым хотели его поздравить. Конечно же, сделать такой легкий промо-ролик для того, чтобы вы видели, что примерно будет 22 февраля в театре, в Московском театре «Новая опера». Мы вас всех ждем. Спасибо, что вы сегодня с нами, что сегодня пришли и поддержали нас. Спасибо большое. Хорошего всем дня. Здравствуйте, уважаемые слушатели, сегодня зрители. Я рад, что мне посчастливилось сейчас поздравить Филиппа Гласса с этим замечательным юбилеем и сказать ему спасибо, что он есть, и его музыка творит чудеса и создает такие необычные сочетания, как замечательный балет, современный балет Андрея Меркурьева и современная музыка Филиппа Гласса. Спасибо. С днем рождения, Филиппа! Сегодня проходят торжества по всему миру. В Америке вечером будет премьера его 11-й симфонии, а у нас вот такой небольшой балетный перформанс и большая московская премьера